Привет всем. Вышел я на улицу, решил сделать вам этот обзор на это, на шурму домашнюю, или какая шурма с курицей. Сейчас мы попробуем, вон видите, она какая. Куда-то я вышел, я не понимаю. Непонятно, где я сижу. Ну, шурма такая вкусненькая. А вы что делаете в этот момент? Напишите, когда вы меня смотрите. То курицу ест, то еще что-то делает. Все пишите, все свои подробности, будет клево. Сейчас я открою лимонад. То есть у меня лимонад есть. Вот так куда-то открывается. Так, потянуть в сторону, затем вверх. А, в сторону. А вверх, нормально. Открыл. Лимонад, короче, яблочный персик. Вы любите лимонад, яблоко, персик? Кстати, вкусный. Советую. Но они меня это не прорекламировали. То есть, короче, не заплатили за рекламу. Я их пиарил. Погода вообще суперская, отличная. Вообще клево. Наконец скажете, да, что я не дома снимаю, вышел на улицу. Но будет еще круче, ждите. Лет через 50, а может пораньше. Короче, карантин закончится, куда-нибудь выберусь. Где-нибудь, может быть, в закусочной или ресторане где-нибудь. Засниму. Любите жизнь, жизнь прикольна. Ну да, бывает, она под ножки ставит, ты падаешь. Только не вздумай, скалываться, не вздумай сбухаться, не вздумай, короче, покончить с собой. Это не стоит этого. Как Цой пел, Сасов Небесно. Любовь стоит для того, чтобы ждать, а смерть стоит для того, чтобы жить. Вот такой, короче, напиток. Он, нифига себе, он в 1936 году сделан. Это уже на сколько лет он просроченный? Ладненько. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите хорошие комменты. Пишите плохие комменты. Короче, вам всем спасибо. Я вас всех люблю, обожаю. Всем пока. Будьте счастливы, как я.